Социальная служба храма Рождества Христова существует более 15 лет. В первую очередь социальная помощь оказывается нашим прихожанам, малоимущим и многодетным семьям, инвалидам и нуждающимся. Кроме этого, служба социальной помощи окормляет храмы в станицах Васюринской, Ставропольской и Архангельской. Это помощь одеждой, обувью, бытовыми принадлежностями, которые жертвуют неравнодушные люди. В храм приносят много вещей, избыток которых работники-волонтеры формируют для отправки в станицы. Так, на последней неделе Великого Поста была собрана и отправлена очередная партия социальной помощи в станицу Архангельскую, в храм архистратига Михаила. Мы очень благодарны. Это позволяет нам одеть и обеспечить до 300-400 человек в результате, потому что семьи в основном многодетные и малоимущие. Поэтому мы очень благодарны и отцу Александру, и матушке Марии, и всем помощникам, кто оказывает транспортную помощь. Мы благодарны от всех нуждающихся жителей нашей станицы, от нашего прихода. И теплым сердцем молимся о них и об их благополучии, и об их духовных успехах. Спасибо огромное, низкий поклон. Социальная служба при храме Рождества Христова продолжает свою работу. Благодарим всех волонтеров, помощников, прихожан и неравнодушных людей, участвующих в социальной работе храма.